Команда из 12 школ, более 150 участников. Столько любителей прыжков на скакалке собрались на отборочный тур Центрального района открытого городского фестиваля по скипингу. Каждая из команд попыталась по-настоящему удивить. Любители скакалки показывали всевозможные прыжки и трюки в разных техниках. Кто-то даже надел ролики. Другие использовали дополнительный реквизит, например, мячи и обруч. Старались превратить свои номера в настоящее шоу. Все ради заветных баллов. Критерии оценки этих соревнований – это и динамичность, и сложность упражнений, и выбор новых новаторских идей для прыжков на скакалке с использованием акробатических различных элементов. Очень увлекательные спортивные состязания набирают силу, интерес среди детей. Кстати, в командах было немало и парней. Скакалка снова становится популярным снарядом для занятий физкультурой в молодежной среде, утверждают школьники. Скипинг – это преждевременно это спорт, а спорт и здоровый образ жизни сейчас набирает свою популярность. Это очень модно, это также интересно нам, молодежи. Мне очень нравится, что в нашем городе организовывают такие мероприятия, прыжки со скакалкой. Я за то, чтобы в нашем городе проводилось все больше и больше таких классных мероприятий. Открытый городской фестиваль по прыжкам на скакалке «Скипинг-марафон. Прыгни в лето» проводится в два этапа. Районный, отборочный завершился сегодня. Финальный на Кубок главы Сочи стартует 26 мая на площади у городской администрации. В этом году фестиваль по прыжкам на скакалке проводится уже в пятый раз. Кстати, упражнения с этим снарядом стали настолько популярны на курорте, что в нескольких школах даже открыли секции по скипингу. Инга Габеша, Ольга Десятова, Николай Тихонов. Телекомпания «ФКТ».